Что? Пошли. Ну да. Давай, Чарли, чего ждешь? Да, да. Ладно, ладно. Сейчас все кончится. Сейчас все кончится. Скоро, скоро, уже почти. Ну вот и все. Не так уж и страшно. Да что с тобой? Ничего особенного. Закрыто. Стойте, можно обойти. Ну да, ну да. Или применить силу. О, а это идея. Стена высокая. Вот. Давайте подвинем вот это. Сейчас. Будь добр, приложи усилия. Время поджимает. Спасибо за помощь. Ну, шевелитесь, лентяй. Так, похоже, путь свободен. Ты с головой поосторожнее, то. Привет, парни. Здравствуй, милая. Прямиком из преисподней. А ты бы видела, Хлоя. Все прошло идеально. Что примолк? На тебя не похоже. Ну, скажем, Чарли перестарался самую малость. Началось. Аж голова гудит. Да брось ты. Ничего, голова — это кость. Похоже, я много пропустила. Да, разыгралась такая драма. Как смешно. Проблемы были? Нет, никаких. Тебя точно не заметили? Да точно. Ну, где наша старушка-веселушка? Вон там, видишь дверь? Зеленую. Машина въехала туда давно, и с тех пор тишина. Они еще там? Ну, я все это время наблюдала, пока никто не выходил. Это необходимо? Вряд ли они нас ждут. Ты их недооцениваешь, а зря. Да мы только глянем одним глазком, по-тихому. Да, конечно. Но если что, стреляй, а уж потом разбирайся. У меня было страшное искушение просто взять этот кейс и уйти. Да, у тебя на лице все написано. Поверь мне, наша цель куда круче. В моем возрасте лучше синица в руках. Фу. Я не говорил? Да ладно. Но я надеюсь, ты не ошибся. Все тихо. Думаешь, они там? Ну, мы же не можем просто так взять и вломиться туда. У нас нет времени тут торчать. Я проберусь внутрь. Вы ждите здесь. Береги! Ты живой там? Да, ты уж прости. Куда она делась? Да.
Куда же они делись? Как это может быть? Помогите мне. Да-да, сейчас. Машины тут нет. Вы ее видите? Не понимаю. Черт. Не тот гараж? Нет, зеленая дверь, тот самый. Нет, мы теряем время. Этот чертов кейс нравится мне все больше. Но не могли же они раствориться в воздухе. Должно быть объяснение. Надо просто его найти. Они здесь были. Чую выхлопные газы. Следы шин. Все еще мокрые. Здесь машина свернула. Но ты же у нас умник. Что мы упустили? Воу. Так, это еще что? Посмотрите. Какой-то механизм. Может быть. Четыре колеса, четыре кнопки. Салли, встань вон там. Вы двое, встаньте сюда. Так, на счет три. Готовы? Раз, два, три. И? Должно же сработать. Стоп. Это свет. Салли, посвети-ка на стену. Ну как пар. Абра, мать ее, кадабра. Нейт, с кем это мы связались? Есть только один способ узнать. Мы пойдем внутрь, жди у фургона. Будем держать связь по рации. Сообщу, когда пройдем туннель насквозь. Куда бы он ни вел. Сваливать будем быстро. Так что будь готова. Ладно. Она умеет уходить от погони. Да, слыхал. Думаю, все согласятся, что это немного странно. Кто поедет на машине под землю? А, сейчас угадаю. Кого-то, кто очень хочет замести следы. Умник.
Они пробились к старой системе тоннелей. Эй, сюда. Заперто. Ненадолго. Пошли. Здесь можно протиснуться. Наверное. Макдуф, иди. Да что ж такое? Что? У Шекспира. Макдуф, начнем. Может, поторопимся? С тобой все нормально? Да, просто не люблю замкнутых пространств. Вот и все. Не стой на месте. Слава богу. Что за Макдуф? Есть ли предел твоему невежеству? Что это? Они здесь! Лучше некуда. Да. Что ты делаешь? Оставь глушитель. Так, туннель прямо под нами. Мы на верном пути. Долго падать придется. Осторожно, скользко. Там еще. Прячься. Ждите, пока они подойдут. Прячься. Могло быть и лучше. Эй, там наверху есть проход. И лестница. Да, только она застряла. Попробую высвободить. Так, поберегись. Отлично. Там наверху какие-то двери. А ты, Катер, не поможешь? Да не вопрос. Да.
Ну, готов? Давай. Есть! Так, Чарли, давай. Опять туннель. Слишком высоко. Мы тут шеи переломаем. Черт, это тупик. Сюда. И куда мы теперь идем? Это еще что? Чарли, с кем мы тут связались? Не знаю, приятель, но это люди со странностями.